Так, где там биграммы? Блин, меня что-то заинтересовало. Им что, новый перк добавили или что это такое? Биграмма. Механическая нога. Так. Грузоподъемность, мощность, особенности. Что это у нас? Устойчивость ко всему урону. Увеличивает скорость сведения прицела на 50%. Увеличивает скорость сведения прицела на 50%. Да ну, блядь, нифига себе, я даже это не знал. В зависимости от доли биграмм среди движителей машин. Это в смысле, если в биграмм больше, чем, скажем, механических ног на крафте, то будет этот перк работать. Так я понимаю. Масса минус 17, грузоподъемность, да? Но вот это мне что-то непонятно. Увеличивает скорость сведения прицела. Короче, мы здесь играли КВ на левиках, да? И мой соклановец построил левика на биграммах с пушками. И вот там мы обнаружили какую-то новую особенность биграмм. Я сначала подумал, может это перк какой-то новый. А может без этой особенности скорость сведения прицела не работала. Ну, короче, сейчас я вам покажу эту особенность. Новый перк биграмм. В гараже я когда его собирал, все нормально было. Че он, блядь? Попробуй включи биграммы и выключи. Че такое, красава, блядь? Сука. Красава, вот как обычно, какую-то хуйню исполняет.